Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть на сервере Amazing Poke World. И сегодня, ребята, у нас турнир по... Турнир, да, покемонов. И, ребята, сейчас мы начинаем уже турнир, я уже все достроил, тут уже вот куча народа сюда прилетела. И давайте, ребята, сейчас мы будем начинать уже турнир. Так, первого чувака, которого я уже знаю, что он будет участвовать. Только вот кого я ник запомнил. Так. Так. И, в принципе, ребята, просто сейчас нужно это все смотреть, кто и как будет тут участвовать. Так, все. Так, сейчас. Буду всех ставить по комнатах. От не выходить оттуда. Так, все, ребят, это уже бесит. Так, еще вот это. Кто будет тпшить своих? Кто будет тпшить людей на стадион сразу? Так. Сейчас мы пофлудим. Так, сейчас. Так, ну что, давайте начинаем. Так, начинаем. Сюда мы тпшим тебя. Вот, стоять тут. Сюда мы тпшим тебя. Сюда мы тпшим вот этого. Так, еще вот этого можно. Так. Сейчас, сюда мы сейчас, ребята. Это просто капут. Это, честно, очень все тяжело делать, потому что, ну, не то, что тяжело, просто надо очень много людей и не успеваешь все делать. Так. Сейчас. Сейчас этого тпшим. Так. Алмазы. Ребята, за пропуск у нас идут алмазы. Этот не дал, да, вот хотел тут постоять. Так, кто еще не дал алмазы? Я еще знаю, что этот не дал, по идее. Давай алмазы. За участие у нас тут ребята платят алмазы, чтобы не все участвовали, потому что будет только 16 человек. Уже есть 4 человека. Набор продолжается. Так, кто? Я уже знаю. Так. А. Так. Еще вот этого. Так, алмазики. Так, сейчас. Тебя сюда тпшим тоже нужно. Сейчас. Сюда.
этого. Ребят, я просто не успеваю и говорить, и писать, и думать, что кого. Так. Сейчас, секундочку. Этого сюда. Так. Алмазики, алмазики. Давай, давай алмазы. И те алмазы. Сюда. Давай. Наваримся. Сколько он даст? Нормально. Так, кого? Вот тебя мы сюда запихнем. Нет, тут уже два человека. Тут один человек. Так. Вот. Этого сюда. И потом, кто у нас еще там есть? Какой у тебя ник? А тут что, никого нету? Я вроде думал, что тут уже два человека. Вот, тут два. Давайте сейчас посмотрим. Тут два, тут два, тут два, и тут два. 2, 4, 6, 8. Уже есть 8 человек. Еще вот. Еще 8. 8, не 7. Так. Кого, кого, кого? Тебя. Сейчас. Тебя. Давай алмазики. Отлично. Еще кто там? 30 алмазов. Так, тебя. Какой тебе там ник? Не видел, какой у него ник. Вроде такой. Нет. Вот тебя можно. Алмазики. О, а сразу все нельзя выкинуть? Нет, никак. Чувак, ты, конечно... так. Ух. Давай иди на спам, потому что я кикаю за такую, за такое. Так, тебя. Так. И тебя. Какой... Сейчас, дайте я посмотрю, какой у него там ник был. Ребята, не успеваю, честно, не успеваю я всем писать, не успеваю всем отвечать. Сами, ну, в принципе... Тут столько людей, что... Алмазы. Алмазы. Ребята, а все сразу нельзя выкинуть вообще никак. Так, отлично. Так, давайте сейчас... Вот тебя сюда мы запхаем. Сейчас, 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 сейчас. Да чё ты... Вот, сюда. Еще кого там? Кто у нас там есть? Так. Тебя тоже сюда, чтобы уже была заполнена вот эта комната. А какое тебе имя? Сейчас. А, так. Вот, тебя тоже сюда. Все, одна комната есть. Сейчас еще три осталось. Слушай, ты! Какой у тебя там ник? Иди, иди сюда.
Какой у тебя ник? Тебя тоже сюда. Сейчас. Вот, вроде ты пех... Да, ты пехнул. Еще кто там есть? Кого еще не ты пехнул? Так, две готовые. Две готовые. Так, сейчас. Еще нужно 4 игрока. Так, тебя. А какой у тебя ник? О, тебя можно. Какой? Вот вроде вот так. Давай алмазы. Давай сюда алмазы. Алмазы, чувак, или кикаю просто-напросто. Кто там еще сколько алмазов дает? Так. Тут сколько? Тут 4. 1, 2, 3, 4. Так, сюда. Вот так. И сюда же. Так, еще нужно 2 человека. Еще 2 человека, кто даст больше алмазов, тпшу. Еще 2 человека, по идее. О, ребята, вы, конечно... Это... Все, иди домой. Так. Я нифига не вижу, кто тут что пишет. Так, сейчас, секунду. Тут 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тут сколько? 1, 2, 3, 4. Тут. Тут 1, 2. А тут 3, по идее. 1, 2, 3. Еще нужно еще... Еще 3 человека. Так, ну ладно, тебя можно. Давай алмазы. Давай алмазы. Так. Давай тебя. Чувак, что-то куда-то пропал. Во, давай алмазы. Алмазы, ну че вы тупите-то? О. Я поднял, походу я. Так, сюда. Так, сюда. Давайте.
Вот. Один, два, три, четыре. Все, четыре чувака. Тут только два, по идее. Еще один чувак нужен. Еще только один. Еще один чувак, 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 чувак. Еще. Вот давайте тебя. Все, 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 все люди набраны. Давай сюда. Так, куда? Вроде в эту комнату, да? Сколько тут? Все. Все люди набраны. Все люди набраны. Все, ребят, я просто извиняюсь, что я немного разговариваю, потому что это нужно действительно просто смотреть и. Да, ну чувак уже написал, что дает 37 алмазов тогда, когда уже все набраны. Один, два, три. Тут четвертый. Четыре. Мью нет, вообще без легендарных. Так. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Все, все люди набраны. Начинаем. Все, сейчас много уже людей начнет. Ла-ла-ла, я там писал много, ты меня не взял, бла-бла-бла. Конечно, ребят, я понимаю, но тут столько людей, что. Я говорил, только 16 человек. Завтра может еще один. Сейчас. Кто сегодня не попал на турнир, завтра может будет еще один. Так, все, 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 все. Первый бой. Давайте первый бой у нас идет. Допустим, вот этот самоучка и, не знаю, вот этот Леонджир 96. Так, все, ТП-шим. ТП. Саму вот так. ТП. По местам, ребята, вот сюда и туда. Показывайте своих покемонов. Показывай всех своих поке. Ребята, вы что, уже бой начали? А, они уже бой начали. Ладно, если я увижу Мью, если я увижу там Райквазу, если я там увижу еще кого-то, просто-напросто хикаю. Увижу в бою любой легендар, но сразу дисквалификация. И походу они тут используют. Нет, этот нет, а вот этот походу да. Этот использует какие-то хилки. Ну я слышу, что-то кто-то хлепчет. Но нет, походу тут никаких хилок нету в инвентаре у него. Если будет, я сразу кикаю. Так, давайте, кто там? Ну чё, кто тут выиграет? Первый бой все-таки. Смотрим, ребята. Самоучка. Но мне кажется, самоучка выиграет, потому что, ну, немного так видно, что он не такой, как все. Только по нику. Но я ничего не говорю, сейчас мы просто посмотрим. Легендарных же нельзя использовать и всех сотый уровней. Поэтому, ребята. 6 покемонов в команде.
Любых. Кроме легендарных. Ну что, кто тут выиграет? Кого 5? Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Ждите. Реально 5 походу. 1, 2, 3, 4, 5. Ну это посмотрим. Сейчас, кто с этих кто с этих проиграет, пойдет против одного вот этого. Если он все-таки выиграет против этого, то тогда он возвращается в комнату, а тот вылетает. Смотрим, смотрим. Это, ребята, все очень долго будет. Потому что, в принципе, боев куча и... Кто выиграл? Кто выиграет? Ну что? Хреново то, что тут в чате просто все видно это, и человек не успевает написать тому, кому ему нужно. Вот у этого чувака 53 уровень, у этого 69. Ну, не, конечно, не все сотые уровни, да? Кто выиграл? Кто? Он. Так. Этого мы возвращаем сюда. Теперь самоучка. Сейчас. Он удается второй шанс. Так, ТП. И давайте... Да хрен его знает. Например, вот этот. Ну, давай их, пофиг. По местам. Так, что у тебя в инвентаре? Нифига. Начинайте. Ну, давайте, ребята. Чего он написал? Генгар и Свамперт. Сейчас посмотрим. Это просто, ребята, то, что у другой команде было 5 человек. Я просто, если честно, не заметил, так как один, наверное, одного выкинуло, да? А потом я не видел, что одно его выкинуло, и там было 3 человека. Потом я одного взял, а тот опять зашел. Ну ладно, зашел. Да пофиг. Не буду я уже возвращать алмазы, да, просто. Ну что, давайте. Фу, долго это будет все, ребята. Долго. Эти все бои. Еще никто не вылетел. Еще 16 человек, даже 17 сейчас. Ну вот кто с этих проиграет, тот вылетает. Ну что, давайте. Пошустрее немного, ребята. Кто против кого? Тортера и Райчу. Ну тут, конечно же, Тортера выиграет. А против Голема не знаю. Тортера? Ну конечно, сотый уровень, да? Против Васьки. Ну тут уже ребята просто прокачанные настолько, что капут. Ну вот, по сотому уровню покемона. Ну тут я не знаю, кто выиграет. Флайгон 48 против сотого. Ну, это как-то тоже, знаете, не очень. Но я говорил, ребята, качайте уровни любые. Я не буду следить, у кого какой уровень. Если бы еще не было этого флуда, то, конечно, намного все бы спокойнее прошло. Я бы намного смотрел, у кого какие покемоны и все такое. Потому что это просто капут. Столько флуда, ты не успеваешь что-то... Ну, сразу уже перебиваю. Тут смотри, какой флуд.
Ну, конечно, у этого чувака не такие прокачанные вот эти покемоны, вот 39 уровень против 100-го. Конечно. Да кто столько там хлебчет этих хилок? Это вот тут, наверху. Победители респанза уже можно написать. Нет. Победитель Респанзо. Утешительные призы мы будем давать. На тебе 8. Иди на спам. Иди на спам, дружок. Все, отлично. Респанзо у нас победитель. И он идет туда, где три чувака. Где три чувака? Вот тут три чувака. Все, сейчас у нас уже 16 человек. ТП Респанзо. Так, сейчас у нас идет второй бой. Допустим, Знайка против Алекса. Знайка. ТП. Какой у него там ник? Какой-то вот такой. Так, все, начинаем, ребята. Извиняюсь. Так, у него тут нету лечилок, а у этого... Да харе, уже там пить что-то, да вашу ж... И этого тоже нету. Ну что, давайте Соломенс против... Ух, ни хрена себе. Это я не знаю, походу Соломенс выиграет. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Да. Да, выиграл. Ух ты. Ну что, давайте. Ну, сейчас... Вот. Сейчас 5 на 5. Слушайте, если я честно иду, кто это хлебчет вот тут? Нахрен кикну и все. Задрали уже. Генгар против Бишарпа. Да твою же мать. Так. Ну что? Ну что, давай. Генгар. Да, ну, в принципе, тут Генгар выиграет. Да. Так, сейчас. Сейчас, по идее, тоже. Тут просто уже у тех чуваков, которые по сотому уровню, те, конечно, выиграют. Но тоже это зависит от того, какого покемона ты ставишь против какого, да? О, уже чуваки повыходили, да, там кто-то вышел, кого-то кикнуло. Нет. Так, ребята, давайте на этом закончим эту серию, потому что это будет долго, и продолжим в следующей серии этот турнир. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем... Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.